Как определить спелость авокадо? В магазине вы можете купить авокадо, как недозрелое, так и перезрелое. Как научиться выбрать авокадо? Ведь лучше взять зеленый плод, чем перезрелый, а затем его выбросить. Учимся определять спелость авокадо. Берем авокадо в ладонь и сдавливаем его тугой плод, значит, зеленый, слегка продавливается. Спелый, мягкий, переспелый. У авокадо ярко-зеленая блестящая кожура, зеленый плод темно-зеленый, блеклый, зрелый, на фрукте появились коричневатые пятна, перезрелый. У авокадо плодоножка зеленая, фрукт неспелый, немного потемнело, спелый, темно-коричневый до черного, перезрелый. Недозрелый авокадо дозреет, выбирайте только невялый плод, такой не сможет поспеть. Перезрелый авокадо еще не годится. Недозрелый авокадо, как помочь дозреть естественным путем? Если вы купили в магазине недозрелый авокадо, есть его нельзя, поскольку мякоть его слабо токсична, особенно токсична шкурка авокадо и косточка. Если авокадо оставить лежать при комнатной температуре, оно поспеет в течение 2 недель. Но если его нужно сделать мягким раньше этого времени, можно ускорить созревание авокадо. Способ 1. Авокадо вместе с другими спелыми фруктами или овощами. Известно, что спелые овощи и фрукты выделяют газ этилен, от которого доспевают другие огородные обитатели, сорванные зеленоватыми. Чтобы поспело недозрелое авокадо, его нужно положить к спелым яблокам, бананам или помидорам. Спелые и неспелые фрукты, овощи, завернуть вместе в бумагу, а затем еще в целлофановый мешочек, чтобы газ не выходил, и хранить при комнатной температуре, желательно плюс 18-24 градуса Цельсия. Авокадо будет спеть от 2 дней до недели. Видео, как дозреть авокадо. Способ 2. Одно авокадо. Недозревший авокадо поспеет, если его каждый плод отдельно завернуть в газету и такие сверточки сложить в ящик и положить в темное место, хранить при комнатной температуре, не забывая каждый день проверять на мягкость. Недозрелый авокадо, как помочь быстро дозреть в микроволновке. В микроволновке недозрелый авокадо может поспеть за несколько минут. Это можно сделать несколькими способами. Способ 1. Берем целое авокадо, протыкаем его вилкой в нескольких местах. Кладем плод на тарелку и накрываем крышкой, чтобы предотвратить от взрыва. Включаем микроволновку на 30 секунд. Если после истечения данного времени авокадо не размягчилось, повторяем процедуру еще раз. Способ 2. Помогаем дозреть авокадо порезанному кусочками, разрезаем плод авокадо на 2 части. Достаем из мякоти косточку, снимаем шкурку. Съедобную часть авокадо выкладываем на тарелку, поливаем ее 1 час. Листы лимонного сока накрываем пищевой пленкой и кладем на 30 секунд в микроволновку. Достав тарелку из микроволновки, мы обнаруживаем, что твердый плод стал мягким и из него можно готовить гуакамоле. Недозрелый авокадо, как помочь быстро дозреть в духовке. Недозрелым авокадо можно помочь дозреть в духовке, берем недозрелые плоды авокадо, моем их. Заворачиваем каждый отдельно в фольгу. Духовку нагреваем до 90 градусов Цельсия и ставим в нее на 30 минут завернутый авокадо. Когда истечет полчаса, достаем мягкие плоды. Недозрелый авокадо, как помочь быстро дозреть в кастрюле. Недозрелый авокадо будет мягким, и его можно использовать в еду, если сварить. Делаем следующее. Плод авокадо разрезаем на 2 части. Чистим от верхней шкурки и той, которая внутри. Выбрасываем косточку. Почищенные дольки зеленого авокадо мелко режем, складываем в дуршлаг и опускаем в кипящую воду на несколько минут. Достаем дуршлаг с мягкими дольками авокадо. Недозрелый авокадо, как помочь дозреть в рисе или муке. Недозрелый авокадо сможет дозреть через несколько дней, если в небольшое ведерко положить зеленый плод авокадо, засыпать его полностью сырым рисом или мукой и оставить при комнатной температуре. Каждый день плод нужно проверять на спелость. Так может поспевать только один авокадо. Следующий авокадо будет зреть вторым заходом. Недозрелый авокадо, порезанное кусочками, как помочь дозреть? А вот если вы почистили и порезали авокадо, и оно оказалось неспелым, сделайте следующее. Кусочки авокадо поливаем соком лимона, чтобы быстро не испортились. Тарелку с авокадо закрываем крышкой или фольгой и ставим в холодильник. Каждый день не забываем проверять авокадо на спелость. Итак, теперь мы знаем, как незрелый авокадо заставить поспеть более длительным естественным путем и быстрым способом. Видео 5 трюков, как заставить быстро дозреть авокадо.
Больше об авокадо.